нам приехал трак после замены инжектора с жалобой, что сразу после замены у него пропало давление масла. Давление масла стало вместо 60 где-то 20 PSI. Причина была то, что вот тут вот должен стоять вот такой вот колпачок, само собой с резиновыми о-рингами. Это масло сливное. Вместо того, чтобы масло сливалось в канал, оно просто разбрызгивается под клапанной крышкой. Поставим крышку назад, поставим хорошее резиновое колечко и давление вернется.